Всем привет, друзья! Вы на канале Baby Go! Здравствуйте, мои дорогие! Яичка, поздоровайся с своими друзьями! Вы на канале! И сегодня у нас развивающая игра на понятие тупой и острый. Чего боится шарик? Друзья, у нас вот такой воздушный шарик. Это не шарик, это яичко, Динь. А вот шарик у тебя какого цвета перед тобой? Зеленый. Смотри! У нас есть острые предметы, которые этот шарик могут лопнуть. А есть тупые, которые не могут его лопнуть. Смотри, расческа, Динь. Смотри. Дэн, возьми в ручку расческу. Попробуй шарик расческой лопнуть. У тебя получится? Конечно, нет. Расческа же у нас тупой предмет. Он не может лопнуть шарик. А попробуй... обратной стороной карандаша лопнет шарик. Вот этой вот. Возьми, попробуй его. Нет, это острая сторона. Если сильно постараться, то можно лопнуть. А ты переверни, попробуй лопнуть другой стороной. Дай папе. Дай я тебе правильной стороной покажу. Держи вот так. Держи за этот кончик карандаша день. Ох, нет. Ну попробуй, да, держи. Вот смотри, папа сам. Денис, смотри, видишь? Я пытаюсь прогнуть, но у меня не получается. Это тоже тупая часть карандаша. Но, Дениска, у нас, смотри, есть кнопка и зубочистка. Если мы ткнем, то шарик лопнет. Знаешь почему? Потому что это острые предметы. И если карандашик хорошо заточить, то он тоже будет острый. С одной стороны, с одной тупой, а с другой острый. Смотри, давай попробуем зубочисткой лопнуть шарик. Ты не испугаешься? Держи зубочистку, попробуй ткнуть в шарик. Сейчас будет бубух. Бам! Вот видишь, шарик испугался, Динь. Он лопнул. Видишь как? Этот шарик боится зубочистку, потому что она острая. У нас еще есть розовый. Можем попробовать его кнопкой лопнуть. Хочешь попробовать? Нет? Ну да, это страшно. Громкий хлопок такой. Денечка, ну ничего страшного. Ты, главное, не используй острые предметы на шарике. Иначе вот с ними будет происходить то же самое, что у нас сейчас произошло с зеленым. Друзья, мы сегодня изучали понятие тупой и острый. Это была развивающая игра. В следующий раз мы попробуем придумать что-нибудь новенькое для вас. А вы подписывайтесь, ставьте нам пальцы вверх, пишите комментарии. Это был канал Baby Go. До новых встреч, друзья. Пока-пока. Пока-пока. А ручкой помахать, друзья. Кнопочку забираем. Молодец. А ручкой помахать, друзья. И все? Давай. Прицеливайся.